Добрый день, дорогие друзья! У нас с вами очередная прогулка по крымскому сафари-парку Тайган. Давайте полюбуемся здесь и на просторы саванны, и на вольеры. Вот, посмотрите, Чук, Аслан, дружные ребята, они возле скалы Славы. Чук, несмотря на то, что прайд у него очень маленький в этом сезоне, но место самое вот такое козырное, что называется, главного прайда держит. А вот наша старушка Джуна идет, королева крымской саванны. Оп, хорошо пришла, что называется. Такой кусок ей кипер Виктор бросил. И сейчас Джуна не спеша пойдет в тенечек. Она очень умная, мудрая львица и поест вдоволь. Но вот такая вот сейчас спокойная жизнь в крымской саванне. Львов мало, но зато в вольерах. В вольерах тоже жизнь спокойная, но здесь ребята более энергично за гостинцами охотятся. Вот наш здоровяк Симон, ой, извиняюсь, друзья, Самсон, схватил угощение, тоже такое не слабое, увесистое. А львица в пролете. О, еще и рыкнул на нее. Вот уж хозяин своей территории, своего прайда. Ну и, конечно, Маргоша и Лопушкин, любимцы публики. Эти ребята всегда готовы к общению, всегда они возле этого ограждения. У них так они тянутся вкусняшкам, что даже протерта у них на груди шерстка от этого. Так уж им хочется вытянуть свои шеи. Прям скоро, наверное, превратятся в жирафов. Настолько длина шеи для них важна в этом деле. Ну, а вот Мишке тянуться никуда не надо. Он у трубы всегда, как часовой наш блондинчик. И почему-то вот все его угощают апельсинчиками. Любит он апельсинчики, все об этом уже знают. Видят, сколько корочек у него здесь рядом с трубой. И видно, поэтому ему и досыпают еще порции. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилась эта небольшая экскурсия. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем мира и добра!